мы делали новую аранжировку, хотя она прочувствовала, как эта песня может звучать по-современному. И вот так вот эта песня пошла в эфир, пошла в жизнь. Итак, я напомню, «Скрипаль» в исполнении наших гостей группы «Made in Space».
önemli diye düşünüyorum. Yani en azından gidip boşluğu konuşabiliriz. Bunu yaptığım zaman sanki güneş ışığı geri gelmiş gibi oluyor. Чудо радио.